Вітаючи українців з новим 2016 роком, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відзначив подію, яка, власне, цей рік і відкрила. Для нас це не просто новий календарний рік. Для всіх нас це рік справжньої європейської інтеграції. Поступу до найбільшого європейського ринку. І наш шлях до великої європейської сім'ї. З 1 січня поточного року набула чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Це саме та угода, за яку мільйони українців боролися на Майдані. Доволі суперечливе твердження. Євроінтеграційні настрої дійсно вивели людей на Майдани міст України, але масовим це явище стало лише після того, як режим Януковича довів свою абсолютну злочинність. Протестували до останнього вже саме проти нього, а не за зближення з Європою. Хоча ці два напрямки є логічно нерозривними. І, зрештою, відкриття з початку 2016 року зони вільної торгівлі з Європейським Союзом є темою сьогоднішньої програми. Це саме та перспектива для української економіки стати конкурентною, сильною, взірцевою і тією економікою, яка залучає інвестиції з Європейського Союзу, яка створює нові робочі місця, яка торгує вільно з Європою і яка дає можливість українському бізнесу розвиватися і йти вперед. Що таке зона вільної торгівлі? В першу чергу це безмитний продаж українських товарів до Європи, європейських товарів до України. Це конкуренція, що є викликом для внутрішнього виробника, але, в першу чергу, це можливість для українського бізнесу стати більш сильним, більш конкурентним і завойовувати нові ринки. Очікування від зближення з Європою в Україні дійсно надзвичайні. Наскільки вони виправдані, покаже час. Але провести певні паралелі з доволі подібними процесами у недалекому минулому, а також спрогнозувати розвиток подій, можна вже сьогодні. В цьому нам допоможуть наші експерти, обізнані в економічній теорії та практиці. Вступає кілька років назад в Всемирну торгову організацію, сокращенно ВТО, тоже было много ах и ох о том, что вот теперь и вот будет вот так и так далее и тому подобное. На самом деле, невзирая на то, что вот Украина 14 лет вела переговоры о вступлении в ВТО и тем самым побила все мировые рекорды, мы могли быть внесены в книгу рекордов Гиннесса за вот эти все процедуры, никто из предпринимателей, ни малого, ни среднего бизнеса, ни крупного, на себе реально ВТО не ощутил. В тому числі і наші потребителі. Анонсована зміна економічних стосунків з Європейським Союзом сприймалася в суспільстві та в експертному середовищі не абсолютно однозначно, але загалом схвально. Зокрема, тому що співпраця з Росією, донедавна основним ринком збуту української продукції, скорочена до мінімуму, і не наша держава в цьому винна. Інша річ, що цілком логічно рубаючи міст зі східним сусідом, наше керівництво мало що зробило для адаптації вітчизняного виробника до умов нового для більшості українських підприємств європейського ринку. На протяжении 23 лет, как существует наша Украина как независимая, правительством и властью не уделялось внимания тому, чтобы у нас развивалась промышленность. И сегодня всего-навсего 226 предприятий, которые на 1 января 2016 года имели право вывоза товара за границу. То есть они получили право для того, чтобы они фактически свое производство адаптировали к тем стандартам, которые существуют в Европе. Основная же масса субъектов хозяйства, которые работают в малом и среднем бизнесе, этого не сделали. Потому что большей части мы были ориентированы на Россию. Почему на Россию? Потому что Россия, Беларусь, Казахстан. То есть постсоветские страны, постсоветского пространства, мы все работали в одних стандартах. Это ГОСТы были, которые еще были выписаны в Советском Союзе. И если Украина планировала на протяжении многих лет переход на европейский рынок, то естественно, что правительство должно было приложить максимум усилий на то, чтобы переориентировать производство под стандарты Европейского Союза. Этого сделано не было. И что мы на сегодня имеем? В 2014 году у нас прошло уже огромное падение экспорта за границу. Мы потеряли 54% рынка в 2014 году, как я сказала, рынка российского на вывоз, на экспорт, но мы потеряли 42% импорта российского. Потери с 1 января 2016 года практически у нас уже торговые отношения с Россией прекращаются, и потери ожидаются сегодня у нас в стране более 600 миллиардов долларов. В это время, когда такое падение промышленного производства будет, естественно, это очень скажется на
населения, потому что, естественно, что будут освобождаться рабочие места, и это только будет всплеск безработицы в стране. Протягом декількох років Росія намагалась зупинити вступ цієї угоди, але з 1 січня угода набула чинності. Ми стали частиною економічної європейської сім'ї. У зв'язку з набуттям чинності угоди про зону вільної торгівлі, Російська Федерація, як і очікувалось, увела торгівельне ембарго проти України і незаконно вийшла з зони вільної торгівлі. Наша відповідь наступна. Україна виходить з зони вільної торгівлі з Російською Федерацією, піднімає мита на всі російські товари та вводить торгівельне ембарго на продовольчі товари, виготовлені в Російській Федерації, а також на товари машинобудування і вагонобудування. Ми діємо дзеркально. Не ми почали цю війну, але агресор буде покараний. Із цими тезами сперечатися складно, але це не відміняє того факту, що український уряд не лише не підготував економіку до розвороту на Захід, але й так і не повернувся обличчям до вітчизняного виробника і підприємця взагалі. Отже, серед очікувань від економічного зближення з Європою від початку згадували появу на ринку дешевшої за українську продукції з ЄС. Але за останні роки відношення гривні до євро і долара відчутно змінилося. За ту ж саму зарплатню українець тепер може купити набагато менше навіть вітчизняної продукції, котра подорожчала не так істотно, як зарубіжна. Я спеціально виписав около 15 пунктів, які представництво Євросоюзу в Україні декларировала как основной позитив для вступления Украины в зону свободной торговли. Но это было 5 лет назад, тогда, когда этот процесс только начинался. Когда мы, читая вот это, говорили: «Вау, как здорово, это же просто замечательно». И я был один из тех людей, который максимально это поддерживал и радовался тому, что перед нами, перед нашими предпринимателями открывается почти что 500-миллионный рынок потребителей. Ведь Евросоюз – это почти 500 миллионов покупателей. И что очень еще важно, что сертификаты и качество продукции, которые Евросоюз через зону свободной торговли будет пропускать к себе наших украинских производителей, могут реэкспортироваться в другие страны. И уже там, в большинстве из этих стран, этот сертификат, эти европейские требования качества будут применены, они являются легитимными. И таким образом предпринимателю не надо в Буркина-Фасо или в Мексике доказывать о том, что это продукт, который можно выставлять на прилавок. Достаточно того, что этот продукт заходит на европейский рынок. Европейский рынок отличается тем, что он в первую очередь защищает потребителя. И главными условиями являются показатели безопасности, а качество подразумевается само собой. Вот это вот основное отличие. И постепенно, когда сейчас законодательство меняется, что происходит? На соответствие европейским директивам принимаются технические регламенты украинские. Принимаются они, переходный период может составлять до 10 лет, а то и больше. Потому что привести в соответствие, в полное, довести до того, что качество само собой, а безопасность обязательно – от на це потребується дуже велике час. До позитивних наслідків приєднання до зони вільної торгівлі можемо віднести розширення асортименту товарів та запровадження нових, більш жорстких стандартів якості. Але якщо лідери галузей вже вивели своє виробництво на рівень близький до європейського, то решті доведеться вкласти чималеньку суму у модернізацію. Є у мене таке підозрення, що далеко не кожен зможе це зробити, тому що, як ви пам'ятаєте, предыдущая власть оцінювала взагалі цей процес в 160 миллиардов евро. Некоторые смеялись этой цифры, говорили, что это половина из нее будет украдена, кто-то говорил, что будет украдено практически все. Но факт заключается в том, что все равно несколько десятков миллиардов евро это как минимум на промышленность Украины надо инвестировать для того, чтобы наши региональные лидеры могли свободно торговать с Европейским Союзом. Где взять эти деньги? Понятно, что самих товаропроизводителей нет, государство, вы бюджет знаете, даже не запланировано ни копейки в эту сторону.
Харчова продукція українського виробництва, за поки що невеликим винятком, не має права бути проданою в Європі. До винятків зовсім нещодавно додались товари компанії «Лакталіс Миколаїв», яка в числі 10 вітчизняних виробників молочної продукції отримала право з 10 січня експортувати свої товари до країн ЄС. Что делают предприятия современные для получения европейского сертификата? Ну, во-первых, у них есть, как правило, у того же «Лакталиса», есть опыт получения сертификата в соответствии в Украине. Долгие годы они проходили процедуру сертификации, они внедрили систему качества, они внедрили систему безопасности ХАСП, но это уже у всех на слуху. То есть они сделали все этапы, чтобы быть готовым вот к этой европейской модели. И поэтому сейчас для того, чтобы получить... Выйти на европейский рынок я могу только охарактеризовать, как нужно поступать. Во-первых, оценить свою продукцию, и не только продукцию, а и производство. Оценить каким путем. Выпустить партию качественной продукции, наверное, это не очень сложно. А обеспечить стабильный выпуск продукции, чтобы она в любой момент была готова к любой проверке, вот это уже первый элемент европейского подхода. Необхідно модернізувати виробництво, і коли ви будете впевнені в якості та відповідності своєї продукції, замовляйте сертифікат. Поки що такі сертифікати відповідності видають лише європейські структури. І я би хотіла сказати, що ж робимо ми, як органи по оцінці відповідності. Ми з 2010 року акредитуємося Національним агентством по акредитації України. Це... дает нам право, даст нам в будущем право аккредитация, даст нам, когда подпишутся очередные этапы, очередные документы будут подписаны, то это даст нам как раз возможность, будучи аккредитованным, оформлять документ, который будет признаваться странами ЕС. И тогда я надеюсь, что все-таки мы сможем все оформлять и европейский сертификат. Просто это не потому, что там кто-то что-то делает там неправильно или некачественно, просто время должно пройти. Переходный период достаточно длительный. Не надто райдужними поки що виглядають перспективи української фінансової системи. Как раз вот по поводу банков, следующее мнение – увеличение на украинском финансовом рынке западных банков в перспективе кредиты по низким европейским ставкам. Я вчера зашел в один банк, который ликвидируется, и ко мне подошла милая девушка и предложила сразу же рефинансирование в другом банке, который, ну, набирает оборот. Я задал вопрос, какова стоимость ваших денег? Говорит, ну, будет дороже, чем у вас было в этом банке, который ликвидируется, кредитных денег имеется. Ну, я говорю, ну, все-таки можете сказать. В общем, спустя минуту-другую они выдавили себе цифру 50%. Ну, это мы говорим о потребительском кредитовании. Конечно же, деловые кредиты сегодня в Украине, если и дают, то кредитная ставка находится на уровне 30-35%. Некоторые банки декларируют 28%. Но это все равно, это очень большая стоимость этих денег. Поэтому представить себе, что сюда приходят иностранные банкиры, а мы с вами видим, что на протяжении предыдущих 3 лет иностранные банкиры сюда уходили, и не продолжают уходить. Когда иностранный банкир сюда приходит, у него там ставка в Европе по кредитованию 4,5-5, максимум 6%. Он приходит на наш рынок, он видит, что здесь готовы брать по 30%, но только выдавайте, но в гривне. Там 6, но в евро, здесь 30, но в гривен. И само собой разумеется, он же не бессребреник. Он же прекрасно понимает, что если на рынке есть такой спрос, он будет давать по той цене, по которой есть на рынке. Певні сумніви виникають і щодо пункту про радикальне підвищення стандартів контролю за екологією та унеможливлення шкідливих викидів. Я вообще з большим трудом представляю себе, що хтось вирішить закрити глиноземний завод. Ну, у нас есть кто-то более экологически опасный, чем это предприятие, которое превращает часть нашей области в марсианские поля. Поэтому, на мой взгляд, естественно, некоторые предприятия вынуждены будут закрыться, и это повлечет за собой определенный рост безработицы, потому что, когда эти предприятия не бюджетообразующие,
то показательные выступления нужно будет провести для того, чтобы продемонстрировать нашим партнерам от Евросоюза, что мы все-таки пытаемся что-то сделать в соответствии с договором по зоне свободной торговли. Потому что этот договор и договор ассоциации с Евросоюзом, они являются ступенями для дальнейшего перспективного вступления Украины в Євросоюз. То есть їх нельзя ігнорувати. Ну от як їх виконувати? Те, що створює певні проблеми для підприємців, водночас і підвищує загальний рівень якості товарів, якщо йдеться про дотримання більш високих норм, модернізацію виробництва тощо. Это тот субъект хозяйствования, который сегодня работал на российский рынок или работает на украинский рынок, он должен понимать, что с открытием, это положительный момент, о том, что вот именно зона свободной торговли и наплыв сюда товаров, которые производятся в Европе, они заставят нашего производителя переориентировать свое производство, искать инвестиции, большей части, наверное, внутренние, для того, чтобы поднять уровень работы своего производства, его сделать уже, естественно, на более новом организацию производства на более новом оборудовании, уже сырьевая база будет рассмотрена, потому что качество товара уже будет, то, которое будет поступать в Европу, оно там будет контролироваться. До безперечно позитивних наслідків можна віднести і відміну мита на імпортовані товари, в тому числі сировину для вітчизняних виробників. Предприниматели, которые работают на ориентированное производство на экспорт, первое, у них проблемы где начинались? Тогда, когда они получали сырье за границей, особенно легкая промышленность. Все ткани, все ушло за границей. Для того, чтобы их растаможить, это была очень большая проблема. И они фактически все были вне зоны закона, потому что они их вынуждены были, так очень высокие были тарифы, таможенные тарифы, их заставляли, фактически они проходили в черную. А имея сырье, которое не легализовано, очень сложно выпускать продукцию, которую потом нужно было легализовать. Это была и фурнитура сюда относилась, и сырье. На сегодняшний день это плюс, потому что будут убраны таможенные пошлины, и легкая промышленность может спокойно завозить сырье и на основании этого вырабатывать продукцию, и эту же продукцию экспортировать за рубеж, но уже экспортировать тоже без вот этих проблем, которые возникают сегодня на таможне. Это есть плюс, но это для тех, кто уже успел, скажем, сориентироваться. Єврооптимісти впевнені, що до України прийде різноголузевий європейський бізнес і таким чином підвищить зарплати та інші стандарти. Але запрошуючи європейських бізнесменів, наша держава не створює гідних умов, до яких звик цивілізований світ. Декларації деклараціями, а гарантій підприємцям як не було, так і немає. Гарантій, що їх завод, фабрику, компанію не відіжме якийсь депутат, чиновник чи просто бандит за мовчазної згоди держави. Иностранному капиталисту, который входит сюда, готов войти со своим капиталом, надо иметь абсолютную уверенность, что его частная собственность невозможно каким-то образом превратить в собственность другую. Это по закону должно быть его. Поэтому, к великому сожалению, я подозреваю, что пока у нас частная собственность, благодаря зоне свободной торговли, благодаря ассоциации с Евросоюзом, благодаря тому, что мы становимся другими, пока вот это не станет законом номер один, но, наверное, роста заработных плат, вот как вот нам бы хотелось, не будет. Зона свободной торговли, она повлияет на то, что часть наших производителей будут стараться переориентировать свое производство на то, чтобы работать с Европой. А для этого нам нужно что? Изменить систему налогообложения, дать им возможности преференции. Нам нужно решать вопрос с энергоносителями, потому что одна из больших проблем это сегодня, что мы новое предприятие, или которое реконструируется, мы сегодня должны платить огромные деньги то за присоединение к электросетям, то за техническую документацию. В этом, естественно, без власти нам помочь нельзя. И я считаю, что вот здесь как раз роль нас, общественных организаций, очень велика, потому что мы должны настоять на том, чтобы правительство как можно быстрее повернулось к нашим отечественным производителям и помогло им переориентироваться. Позитив от вступления в зону свободной торговли мы как общество реально увидим через 4-5 лет. Но в лучшем случае через 3 года. Но для этого должна быть еще программа государственная, которая это будет стимулировать внутреннего товаропроизводителя на экспорт. Ну вот хотя бы по образу и подобию, как это сделано в Австрии, мы с торгово-промышленной палатой были там, изучали их опыт. То есть целые структуры направлены на то, чтобы австрийский товаропроизводитель свою продукцию продавал в любой точке земного шара.
Тебе достаточно просто прийти со своей продукцией и сказать, я хочу ее продавать по всему миру. И начинают работать целые институты над тем, чтобы помочь тебе. Да, там высокие налоги, но, я скажу, не принципиально выше, чем у нас. Маємо пам'ятати і про те, що відкриваючись в Європі, ми ризикуємо побачити на нашому ринку безліч продукції, не обов'язково європейського виробництва, але такої, що нікому не цікава в Європі, через низьку якість. Чи зможемо ми захиститися від цього? Питання відкрите.